Южноуральский государственный университет и компания «Эмерсон» в рамках проекта «Чистый воздух» подписали соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга. Система позволит надежно и безопасно собирать данные и передавать их в режиме онлайн с поднадзорных объектов в государственные органы контроля, обеспечивая соответствие требованиям закона и экологическую безопасность. Решение также позволяет создать единое информационное пространство и визуализацию интегрированных данных на единой электронной карте. Как отмечает ректор ЮРГУ Александр Шестаков, решение является существенным шагом вперед в реализации государственной программы защиты окружающей среды и позволяет предоставлять промышленным предприятиям полное решение по экомониторингу.